История дня на ТВ Рус. Всем привет! Это ТВ Рус. На календаре 19 ноября. Чем запомнился этот день в истории? Сейчас расскажу. В 1891 году здесь, в Германии, была продана первая детская игрушечная железная дорога. Кстати, один из образцов тут же отправился в Россию, в Зимний дворец, в подарок императорской семье Романовых. Из необычных праздников сегодня день супа в Германии. Кстати, согласно официальной статистике немецкого института супа, да, есть такой, у французов супов меньше, чем у немцев. И знаете, где больше всего в Германии любят суп? В городке Нойндорф. Там даже есть музей супа. Согласно легенде, лет 500 назад туда пришел отшельник, ну такой голодный. Ходил из дома в дом, и везде его угощали такой жиденькой-жиденькой похлебкой. Нахлебавшись этого пустого супа, отшельник назвал город Нойндорф суповым захолустьем, после чего жители этого города стали называть супами. Так и говорили: смотри, суп идет! Это не единственный гастрономический праздник сегодня. 19 ноября во всем мире отмечается день запаха свежего хлеба. Кстати, этот запах делает нас с вами добрыми и повышает желание покупать. Именно поэтому в супермаркетах очень часто пахнет свежей выпечкой. И к именинникам. 19 ноября родился величайший человек в истории — Михаил Ломоносов. А вы знали, что он жил в Германии, в городе Мамбург? Он поселился там в доме вдовы одного пивовара и женился на его дочери впоследствии, на Елизавете. Вот таким любопытным с точки зрения истории оказался этот день. Всем хороших выходных и до встречи на ТВ Рус. Все, пока! Пока! История дня на ТВ Рус.